Кудзуна Мхсазам Сивзарс парламент Архайт Карум Мефахатсекен. Форостами Юнмас, Нисангун Дерседес Республика Хусар и Ристуна парламент Универсетета. Фентасозе Мидек Фитсахат партию Нумхахтай Дортар Закундата Гурган Райсен Хика Парисейра Розмагун депутате. Эртенцеп пар депутату мандат Кеднер Ма Эрместер партию Нумхахтан Лаверседесте. Уэднер Тадих Кунцедзесте Эртегел. Эфтес партию Нтен МФТС Тамажари Дорунтен. Эфзерстета Цифестия Квиненкензесте и Финенкензен Рестек. Эмол Адме Эхсазам Сивзарс парламент Хехцарасте Боканга Цичин Мозал Кацес Нисангун Дерсет Ахсазам Севзарс Парламент Архайден Раоду Арахамет Семидисун. Уэй Нисанан Бирен Мецуожи Таэрсет на Республикаме. Уэцэн Мецэ Закун Датенадун Архайдеме Имиогай. Халарадун Ахасета Цефсимару Республика Тиме Свидар Уэцэ Деликаците. Парламент Сердар Гасите Пиотер Официалум Мозал Ахума Уожетен Сареста Химерайст. Фицаграда Карм Гасту Захта Цега Тиристун Алани Деликации Уэнгтен Са Парламент Сердар Хадива Кучите Гари Сарлавдай. Гасите Пиотер Уожетен Рцерта Мозал Нисани Уэгл Зага Адам Хума Зуну Исей Уэн Келбофтету депутата Архайда Фастиджета. Вам еще раз огромное спасибо. Я абсолютно не сомневался, что вы придете и поддержите нас. Я надеюсь, что сегодня вам будет интересно. Да и даже без всяких мероприятий рад вас видеть. И хотелось бы, конечно, еще почаще. Потому что все близкие связи, они основаны на личных, на личном знакомстве, на личном общении. Ну, так уж повелось. Цагатагов смерта сахирдегай бану санкуту эхсазам сивзарс парламенте верцагам эффективункост. Зага эвзарже та расхэгд аразын хорз райде ду. Уит савитунан райсисте бире парламенте. Вам благодарна за то, что пригласили от всего депутатского корпуса. Огромное спасибо. Мы все наблюдали и следили за вашей работой. Шестой созыв, он больше всего за существование 30-летней там парламента вашего. Больше всего законопроектов и более качественные законопроекты были приняты в вашу бытность. Сегодняшний вопрос, который вы сегодня ставите перед народом, что мы народные избранники и по конституции, и по всем пониманиям, это значит избранник народа и по конституции, и по всем понятиям международным, какие хотите. А являясь таковым, вы сегодня решили отчитаться перед своими избирателями. Это хорошее начинание, я думаю, оно продолжится, и мы будем присутствовать. И сегодняшний день я хочу особую благодарность выразить вам, Петр Леонидович, за то, что плодотворно работали с нашим парламентом, кто там что не говорил, но сегодня ту подготовку, которую сделали вы, документально мы уже подошли, все составлено, подписать соглашение между двумя парламентами, между двумя братскими народами. За это вам огромное спасибо всему составу шестого созыва. Я думаю, в дальнейшем мы тоже будем продолжать, нам некуда деваться. Я думаю, что и дальнейшее будут нелегкие времена. Но где вы выстояли в те времена, я думаю, новые времена тоже более ответственны. И более плодотворно будут работать. Гасите Петр Республика Розмецеде Кахцефтел Зурге акцент сверто Роси Федерации Хайбоварде Мехосел на Адаме Царде. Фимбелде Керун Гасите Петр Уожетен Зерда Дарлен Болавар Кутта Манитета. Донецкий делегацию Эдрадун кацете дартар кармудай райста парламент сердар гасите пьотер. Заге хусари рестуны парламентен Раппелинак ахасета кей месересту дунахсанисте Донецкак каликетедер. Ненесан юэк джим мазалту ва хаядист мохан алхат дар устрахсазгун. Я рад вас приветствовать в парламенте Республики Южная Осетия. Хочу поблагодарить вас за то, что вы отозвались на мое приглашение. Сегодня у нас будет новый опыт. Это, наверное, впервые в истории, не наверное, впервые в истории парламентаризма Южной Осетии, когда мы пытаемся, по крайней мере, сегодня показать, чем же занимаются депутаты парламента, за что они получают деньги от налогоплательщиков и какая от них польза. Эта работа, видимо, не только в Южной Осетии, но и на севере Осетии, в России в целом, в Донецке, в Луганске. Сейчас она проводится, видимо, недостаточно хорошо в разносении населения, потому что все из вас читают эти критические отзывы о работе парламентариев, создается какое-то совершенно дурацкое впечатление, что парламентарии ничего не делают. И вот мы решили каким-то образом попытаться поломать эту ситуацию, сложившееся мнение, чтобы сказать действительно, что делают парламентарии и для чего они сидят в парламенте. Вот такая у нас сегодня будет попытка, и я очень надеюсь, что это послужит опытом или примером для других парламентов, потому что
Мы с вами непосредственно избранники народа напрямую. Ведь известно, что всего две выборные должности есть во всех демократических республиках. Это президент и депутат. И напрямую депутат, кого напрямую избирает народ. Нам не хотелось показать народу, что нас избирают не зря. И не зря собирают парламент с его аппаратом, с всеми сотрудниками. Такая у нас будет сегодня попытка, и я очень рад, что вы приехали. В зорже трас хагдаразен идиен Донецка калигата дар сахирдега эскутуй берзундар. Загави дзурегу хусар иристун кейлави раст фендагал. Южная Осетия – это та страна, которая нас первая, по сути, признала Донецкую Народную Республику еще в 2014 году. Вы уже сказали о том, что мы уже подписали ряд соглашений. Одно из, скажем так, крайних, не будем говорить последнего, уверен, что будет крайних, это соглашение между нашими парламентами в сотрудничестве. И в этих рамках, конечно же, я уверен, что те инициативы, которые вы сегодня проводите по, скажем так, демонстрации открытости работы парламента, будут полезны и для нас, чтобы посмотреть, как это, посмотреть, как это работает, набраться опыта. И, конечно же, трудно с вами не согласиться в том, что работа депутата, да, наверное, не только депутата, в целом, наверное, должна быть чиновником, но как можно более прозрачно, чтобы люди понимали, куда идет страна, кто руководит, как руководит, и главное, чтобы действительно видели работу депутата, потому что мы-то с вами знаем, что на самом-то деле она достаточно кропотливая и не такая уж радужная, как, может быть, многие люди считают. Я в этом плане считаю, что вот как раз здесь ваша инициатива вдвойне, как говорится, цена, чтобы еще больше сблизить население с властью, особенно с парламентом. В свою очередь хочу сказать, что наш парламент всегда открыт для сотрудничества, и точно так же, как и Южная Осетия всегда к нам приходит на помощь в самые тяжелые времена, мы тоже, если от нас понадобится какая-либо помощь, мы всегда будем рады помочь. Донецкը ցավացած օտարտեստի ֆիլմբալդի ցանդեմը գասի դեպյուտար արձտած լապուտած բաբենու դունալ US ձամայ օլաուգիա սորտու ուդունաս սարուխսնամ տակուզունամ դոնեցկը խադբորդինոդ սարվալտաու բարխիունտայ խացդստը նալապուտադար Խիմերոյստրաստաջը դոնեցկա ադամու ռեսպուբլիկայի սարղլավակ դենիս պուշիլինենում է խալարոդը օրդենայ խորզախշենրցդստը պրեզիդենտ ադմինիստրացի կուխտորիականա կուզաթը իգր մֆասաժան կոնտակտեֆադլ մինիստր միդույտե դիմիտր Ախսազամ սվզարս պարլամենտը կոստվաս դիջետանց նսոնգունցը ճրմոզալտը մերսեդստը ապխոզի դիլիգացի դա սա պարլամենտը սարդոր խադիվակ լիվուն կալուստյանը սաղլավդայի։ Գասիտը պյոտր վսմարուն խիմարոյս սարաստը է ապխոզա կալի կատանդար։ Ամա բան նսոնգուտը վծախոտ նա ռեսպուբլիկայի կայվողցը ոխան մոզալկացը զդախտու ֆուն զոզը դարղը պարլամենտը սարաստը ումեն զոպ կանն մա։ Дорогие братья, по-другому обратиться не могу. Спасибо. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись на мою просьбу и приехали. Конечно же, нам будет очень приятно, если вы будете приезжать просто так, не приурочивая свой пресс-кит, а события, мероприятия, торжества и всего прочего. Լևոն Գալուստյան Երանոխոսը բանսոն գուտակատարի տարստրխս զգունայ քայրայսենց խունան գախատ զաղգանայի ըրցդա իննամը ավսմարո խուսար իրստուն ֆայիվը խորզրդամ ամավի ռոպալինո կոտտագու Мы с большим воодушевлением приняли приглашение от наших коллег из Южной Осетии принять участие в мероприятии, посвящённом подведению итогов деятельности парламента шестого созыва. Спасибо огромное за это приглашение. Всегда рады быть в героическом братском государстве Алания. Мы сегодня с нашими коллегами заметили, что происходят очень разительные преобразования в городе Схимвале, в столице. Вот, и мы с удовлетворением это хотели бы отметить. Хотели бы еще сказать о том, что парламент шестого созыва Республики Абхазия и парламент шестого созыва Южной Осетии занимаются сегодня, как нам кажется, плодотворной работой, нашему сотрудничеству. Вот, и есть смысл продолжить, и мы хотели бы выразить еще раз от имени спикера парламента Валерия Ильича уверенность в том, что это наше сотрудничество будет поступательно развиваться и в дальнейшем. Вот, мы буквально недавно, в 2016 году, обновили наше соглашение о межпарламентском сотрудничестве, готовы всецело придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты, собственно говоря, между руководителями наших законодательных ветвей власти. Всегда с большой радостью бываем в Братской Республике. Спасибо огромное еще раз за приглашение и всегда рады видеть вас с ответным визитом. На парламенту на взарсетах устаржетай хаадис, сэсэ абхазы делегации дар Левун Галустян, кудзахта, умагас
Хаске, Абхазен Ридаган Хустар и Рестума, Эвзерсетам Хустар, Жетуном Хахтал Цавикуст. Наши представители обязательно примут участие в наблюдении за ходом голосования 9 июня на выборах депутатов. Я в курсе, я должен был вас за это поблагодарить. Сейчас на самом деле нам это очень важно. Спасибо. Нам очень важно, чтобы весь мир увидел, что у нас демократическое государство, и выборы происходят в соответствии с мировыми стандартами. Настя, очень раз спасибо вам большое за это. Спасибо, обязательно будем. Спасибо. Всего хорошего, удачи вам, коллеги. Спасибо. Луганская Адаму Республика делегации Сарглавы, Луганская Адаму Совета Сардар Денис Мирошниченко, Химерайстерастаджу Донбану Санкуту Каэстес Царестер, Хусар и Рестунимесен Охам Энгума Хасута Каэс. Загга Луганска Хадбарзина Твецахат Банамату Ирон Адам Амасен Катаритер Дзурзестам Бузнек. Хотелось бы отметить важность каждой нашей встречи, встречи, которая всегда проходит на очень теплом таком уровне, на уровне, когда мы действительно можем смотреть друг другу в глаза и понимать, что друг познается в беде. И, к сожалению, когда у нас произошла беда, то вы первые приходили к нам на помощь. Я говорю, обращаюсь к вам, обращаюсь ко всему осетинскому народу. Для нас за честь сегодня присутствовать, для нас очень приятно, что те парламентские отношения, которые у нас сегодня есть, они не просто на бумаге, они лучше уже на рабочий уровень, то, что когда мы с вами подписывали, тогда у нас в Луганске данное соглашение, оно не просто на бумаге осталось. Мы приехали принимать опыт и поделиться некоторым опытом. Мы также не стоим на месте. И это, конечно, важный и такой трогательный момент, но я в любом случае хотел бы сказать, что вам спасибо большое, потому что действительно это братское отношение, которое у нас есть между нашими народами, это дорогого стоит. Это ни одна купюра, ни одна власть это не сможет ни купить, ни придумать. Поэтому спасибо. Я очень еще раз говорю, приятно. Я в первую очередь сюда приехал со словами благодарности от нашего народа. И, конечно же, поблагодарить вас, ваш понимание, и вас поблагодарить. Вы знаете, что мы с вами хоть и мало сотрудничали, да, по линии парламента, но как-то с первых дней у нас получились не только качественные и продуктивные рабочие моменты, да, но и, естественно, по-братски мы можем друг другу сказать, что мы всегда востребованы в Луганске, мы вас всегда ждем. Нам очень приятно то, что мы приезжаем сюда как гости. Вроде бы как, но в то же время как. Спасибо еще раз, спасибо, коллеги. Гасите Петр Ожетима беседа Растаджбана Сангута, Каюна парламент Саттаце Фалтарцин от Намис и Эвсмару Республика Тима Дихканенма. Давайте будем стараться, чтобы взаимопроникновение культур и всего остального у нас происходило более быстрыми темпами. Для этого, конечно, нужно чаще встречаться на самых разных уровнях, на самых, в том числе, общественные организации, молодежные, какие угодно, но главное, чтобы этот процесс происходил и не останавливался. Абон эстасам мое Луганская Адаму Республика Нисан Канинца Конституции бун. Касите Петр Оварай Пайдаганге Арфай Фестеградта Якалегетен. Карумбеттене традицион зердедоран лаверта, удункарадзиян бакоту и ожет эмэфэзимте. Делегацию Анкта парламента Сардари Мефейн Белдерастаджи Дидинта Свертуй Фензам Скулай Территории Луэвэг Райгурен Вестакаканджи Тэми Мариалыл. Бонедек каген бисмес не сонгу ундерцет мазал сайрак хай официалун эмберт, уй вагдерцет ина концертун зал чирмене. Мазал бакута документалун фильм на республика эзакундата гургана архайдел ярайдианай ума колымбекте туризерастаке сонга бунунг. А так, политика так и иначе. Заниматься надо каждым из нас, тем более сегодня. Они сами разберутся, кто есть кто, что есть что, и будет мир, и будет согласие народа. 93-го года мы приняли Конституцию и узаконили свою республику. Сама жизнь продиктовала, что переход к президентству нам уже тогда был нужен. Мы уже попали в поле зрения международного сообщества.
цель объединиться со своими братьями, со северными силами. Вот это стратегическая цель группы. Время противостояния парламента с другими видами власти прошло. Сейчас никто не может нам пообещать поработать с полной самоотдачей. Фильмы Фильдарбарса Дзерцау Ихсазам Сывзарс парламента Костел. Цозагуатта Истерцеда Мецоваруцца Охадын Зинадна Царды. Кот Костел Взоржетима Мецовар Кустар Даздахцит Адаме Проблемете. Котцит Ихсан парламенту Нархайд Мецовар Возыгжен Документа Райсту Ихсазам Сывзарс парламентари Тразы Зинад. Адце Эмак Орд Индарцем Дисун Факты Ламбенага Дзерцау Документа Лун Линдае. Уйнат Эли Кашетан Эвдис Цевзен Хоцаубуны Эфире. Нартаун Ва Кустар Мехасам Кина Концертун Зал Чирменецаг Официалу Мазале Сайракхай. Дорогие коллеги, приветствую вас на торжественном собрании, посвященном завершению работы парламента Республики Южная Осетия 6-го созыва. Выражаю вам всем признательность за проявленный интерес к деятельности законодательного органа. Подобная форма подведения итоговой работы выбрана впервые. Мы хотели подчеркнуть и то, что осознаем ответственность своей работы на протяжении 5 лет, и то, что депутаты являются избранниками народа, и народ должен знать о их деятельности и показать ту важную роль, которую играет законодательная власть в жизни Республики Южная Осетия. Я хочу еще отметить, что парламент 6-го созыва всегда принимал ответственные решения, инициировал и принимал законы, которые внесли существенные позитивные изменения в политическую и социально-экономическую жизнь Республики. Депутаты парламента активно отстаивали свою позицию, при этом всегда приходили к коллегиальным, конструктивным решениям. Хочу благодарить всех депутатов 6-го созыва. Спасибо вам всем. Республика Южная Осетия сейчас стоит на пороге важного политического события – выборов депутатов парламента. Я хочу пожелать, чтобы законодательный орган пришли люди с багажом опыта, знаний, свежих идей, люди, которые будут не покладая работать на благо нашей Родины. И это будет самой лучшей наградой депутатам всех предыдущих созывов. Говоря о наградах, позвольте пригласить на сцену людей, которые стали у истоков становления нашей государственности, народных депутатов областного совета Югостинской автономной области. Постановление парламента Республики Южная Осетия о награждении медалью парламента Республики Южная Осетия Оламберте Турес народных депутатов областного совета Югостинской автономной области. Парламент Республики Южная Осетия постановляет наградить медалью парламента Республики Южная Осетия Оламберте Турес народных депутатов областного совета Югостинской автономной области в следующем составе: Болутаева Руслана Захаревича, Добузова Георгия Читаевича, Добузову Дарьи Зауровне, Хубулову Елену Георгиевну, Сковрыбову Марину Ростовну, Сковрыбову Эйму Юрьевну, Челчьева Валентина Александровича. Награждается Болутаев Руслан Захарович. Георгиевна.
награждается Цхавребова Эмма Юрьевна. Награждается Чочев Валентин Александрович. Медалью парламента Республики Южная Осетия Коломбекте Корейс. В выборах парламента Республики Южной
Южной Осетии, кандидатов мажоритариев, кандидатов самовыдвиженцев и, соответственно, партий, чтобы мы наконец-то перешли к тому, чтобы люди поняли, что выборы – это не поле битвы, выборы – это праздник. И с экранов телевизоров, и во время встреч с избирателями, я считаю, что надо доводить то, что каждый человек, каждый кандидат в депутаты хочет сделать, говорить о том, что он сделал. Политическая партия должна доводить, что она сделала. Политическая партия должна доводить, что она хочет сделать. И мне бы очень хотелось, чтобы мы уже начали отходить. Еще раз говорю, повторюсь, может быть, слова не такие, скажем так, абсолютно литературные, но в любом случае не сказать ему не могу, что мы перестали грызть друг друга, чтобы мы перестали охаивать друг друга, чтобы мы перестали унижать и оскорблять друг друга. И тогда вот этим отношением друг к другу мы действительно покажем и мировому сообществу, и докажем сами себя, что мы состоявшаяся республика, и демократические институты работают, и работает принцип уважения к оппоненту, и принцип развития общества как созидательного образа республики. Вот это самое главное. Я желаю всем тем, которые поработали в 6-м созыве парламента, успехов, здоровья и искренне каждого лично, отдельно и всех вместе еще раз хочу поблагодарить. Спасибо вам за работу. Тем депутатам, которые, действующим депутатам, которые предстоит участвовать в выборах парламента, депутатов парламента, я желаю, конечно же, победы. Всем желаю победы. Тем же, которых изберет народ, и представителям политической партии, и тем самовыдвиженцам и одномандатникам, которые придут в парламент, конечно же, я хочу пожелать успехов. Успехов в нелегкой депутатской работе. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, участники торжественного собрания, дорогие братья, подошла к концу работа 6-го созыва парламента Республики Южная Осетия. Впервые в истории югоосетинского парламентаризма прозвучал отчет председателя парламента о деятельности депутатов перед избирателями. Убежден, граждане республики по достоинству оценят объем проделанной работы, и итоговые отчеты станут традицией для будущих созывов. 9 декабря 1990 года впервые состоялись выборы в высший законодательный орган Южной Осетии. Это было знаменательное событие для всего народа Братской Республики. Начало новейшей истории государства, которую многие из присутствующих здесь создавали своими руками. С тех пор прошло почти 30 лет. На долю югоостинского народа пришлись тяжелейшие испытания, но благодаря искренним патриотизму, мудрости, стойкости духа своих граждан Южная Осетия состоялась как международно признанное государство. Немалая заслуга в этом принадлежит и народным избранникам разных лет. За годы деятельности депутаты шаг за шагом формировали необходимую правовую базу для восстановления и развития Южной Осетии, для повышения качества жизни населения, для построения гражданского общества. Сегодня мы уверенно говорим, парламент Южной Осетии состоялся как властный институт, и играет он вообще ключевую роль в общественно-политической жизни республики. Говорят, что каждое время сложно по-своему, уже сейчас ясно, что ближайшие годы будут не менее напряженными и ответственными. Убежден, ваши последователи сделают все возможное, чтобы быть достойными своих предшественников и тех новых вызовов, которые приготовит вам жизнь. Со своей стороны, депутаты парламента Северной Осетии всегда готовы оказать южным коллегам всяческую профессиональную помощь и поддержку. Мы неоднократно становились плечом к плечу, вместе делили горе и радость. Были рядом в самых разных ситуациях. Мы готовы делать это и впредь. И это наша общая и дорогая сердцу судьба.
успехов всем, здоровья, удачи. Хлеб пацанам, что Аллах идет, а и что Аллах идет. Уважаемый господин президент, уважаемый господин спикер, участники торжественного собрания. Для нас, делегации парламента Республики Абхазия, большая честь находиться сегодня в славном городе Цхинвал, в столице независимой Республики Южная Осетия, государства Алания. Не скрою, мы по-особому готовились к сегодняшней поездке, к этой встрече, потому что прекрасно понимали, что едем в дружественное нам государство, будем встречаться с нашими братьями и сестрами. В Республике Южная Осетия хорошо об этом знают, но я хочу, стоя здесь, на этой высокой трибуне, еще раз твердо заявить, что в Абхазии дорожат дружбой и братством с Республикой Южная Осетия, и хотим еще раз вас заверить, что Абхазия была, есть и будет всегда рядом с народом Республики Южная Осетия. Уважаемые дамы и господа, у меня почетная миссия огласить приветственный адрес от имени спикера парламента Республики Абхазия Валерия Еремеевича Кварча. Я с большим удовольствием хотел бы зачитать приветственный адрес. Уважаемый Петр Леонидович, уважаемые коллеги, друзья, депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия приветствуют вас на торжественном заседании, посвященном завершению работы 6-го созыва парламента Республики Южная Осетия. Народ Республики Южная Осетия оказал вам высокое доверие на парламентских выборах, состоявшихся 8 июня 2014 года. За время своей работы действующий созыв парламента провел большую работу по совершенствованию нормативно-правовой базы всех сфер государственной, общественной жизни и укрепился как основной институт для обсуждения путей общественно-политического и социально-экономического развития государства, обеспечения его безопасности и вопросов международных отношений. Искренне поздравляем вас с завершением работы 6-го созыва парламента Республики Южная Осетия и выражаем уверенность, что итоги вашей деятельности обеспечат преемственную связь между депутатами 6-го и нового 7-го созыва парламента Республики Южная Осетия, будут способствовать дальнейшему законотворческому процессу и развитию парламентаризма в республике. На всех этапах своего исторического развития народы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия едины в борьбе за свою свободу и государственную независимость. Конструктивный диалог и взаимодействие между нашими парламентами опирается на двустороннее межгосударственное соглашение, договоры, а также соглашение о сотрудничестве между парламентом Республики Южная Осетия и Народным собранием парламента Республики Абхазия, которое было обновлено и подписано руководителями наших парламентов Валерием Бгамба и Анатолием Бибиловым 10 апреля 2016 года в городе Цхинвале. Особую благодарность мы выражаем руководству парламента Республики Южная Осетия за важные инициативы, поддержку и многолетнюю плодотворную совместную работу. Выражаем уверенность, что парламент Республики Южная Осетия совместными усилиями с исполнительной властью будет способствовать дальнейшему строительству и развитию государства и росту благосостояния ее граждан. Желаем всем депутатам действующего, предыдущих и нового созыва крепкого здоровья, мира и благополучия, плодотворной работы на благо своего Отечества. Спикер парламента Республики Абхазия Валерий Еремеевич Кварча, Республика Абхазия, город Сухум, 16 мая 2019 года. Уважаемые братья и сестры, если вы позволите, я хотел бы задержаться на этой трибуне еще на несколько минут и сказать о своих впечатлениях от посещения в очередной раз Героической Республики Южная Осетия. Вы знаете, в рамках своего пребывания абхазская делегация вместе с другими делегациями сегодня принимала участие в очень для нас важном мероприятии. Мы принимали участие в одном из самых святых религиозных праздников народа Южной Осетии и посетили одно из самых святых святилищ Республики Абхазия. На этом святилище на абхазском, осетинском, русском языках возносились молитвы Всевышнему. Все мы молились за благополучие и процветание народов Донбасса, народов Абхазии, Южной Осетии, Великой России. Мы уверены, что все молитвы дойдут до Всевышнего. Мы были рядом, будем рядом,
Вы знаете, это будет еще и потому, что сегодня мы были все вместе, как были вчера и будем завтра. Наша сила нам помогала преодолевать сложные моменты в нашей истории в недавнем прошлом. Я уверен, что наше единство позволит преодолеть трудности и в настоящем, ну дай Бог, чтобы этих трудностей было как можно меньше. Слава народу Южной Осетии, слава народу Республики Абхазия. Счастья и удачи вам, дорогие друзья. И в качестве подарка мы хотели бы преподнести картину нашего известного художника абхазского. На ней изображен город Новоафон, центр абхазского православия. Вы знаете, что Республика Абхазия – это богохранимая страна с давними христианскими традициями. Пусть Новоафон, абхазские святилища, святилища Южной Осетии помогут нам сохраниться и создать крепкие современные государства. Удачи вам! Спасибо! Прежде всего хочу выразить вам слова искренней благодарности за то, что делегация нашего Народного Совета имеет возможность принять участие в столь знаменательном событии, фактически в первом торжественном отчете работы вашего парламента. Мы рады вместе с вами разделить эту радость. Тесные взаимоотношения дружбы с первых дней создания Донецкой Народной Республики связывают наше государство. За 5 лет нами принимали серьезные шаги по всестороннему укреплению и усилению сотрудничества на различных уровнях. Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, меморандум о намерениях Международным советом Донецкой Народной Республики и парламентом Республики Южной Осетии о межпарламентском сотрудничестве, а также протокол об установлении дипломатических отношений. Также существенным шагом стало подписание 5 марта этого года соглашения о межпарламентском сотрудничестве. Мы давно ощущаем товарищеское плечо друг друга, и я глубоко убежден в этом. Таким образом помогаем государствам нашим развиваться и процветать. Сегодня мы рады быть в этом зале вместе с вами, друзья. Узнать о ваших успехах в законотворческой деятельности, разделить радость от новых достижений и свершений Республики Южная Осетия. Однако уверен, что в будущем ваше государство ждут еще более масштабные успехи и новые победы. Желаю достижения всех целей и процветания вашей республики и вашему народу. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите от имени Народного Совета Луганской Народной Республики, от своего депутатского корпуса, себя лично и, конечно же, народа Луганской Народной Республики поблагодарить в первую очередь народ Республики Южная Осетия за то братское плечо, которое с первых дней существования Луганской Народной Республики всегда ощущалось. Поблагодарить за тот пример мужества и силы, ту историю, которую вы сегодня продемонстрировали в этот день на данном экране, работы парламента, за самое главное братское отношение к нашей Луганской Народной Республике. Вы знаете, дорогие друзья, я искренне рад сегодня говорить на том, что пребывая здесь, мы пребываем прежде всего в республике, которая первая признала Луганскую Народную Республику. Это сильный шаг, исторический шаг. Я еще хотел отметить о том, что буквально в прошлом году состоялись выборы главы Луганской Народной Республики и Народного Совета Луганской Народной Республики. И именно Республика Южная Осетия во главе со своим лидером Анатольевичем Бипиловым в декабре прошлого года с нашим лидером Леонидом Ивановичем Пасечником подписали тот самый меморандум о дружбе, тот самый документ, который еще более сплотил наши две братских республики. И это дало новый нам толчок для того, чтобы уже на парламентском уровне в феврале мы подписали также межпарламентские соглашения, поскольку исполнительная ветвь власти, два лидера показали путь на объединение, дружбу и созидание, и мы также по линии двух парламентов провели данное соглашение. Это не просто было соглашение, буквально сегодня, общаясь с коллегами из парламента Республики Южная Осетия, мы перенимаем опыт. Буквально 50 законов
которые действуют на территории Республики Южная Осетия, мы уже приняли в работу, и мои коллеги, которые сегодня присутствуют из депутатского корпуса Луганской Народной Республики, данные проекты закона уже ведут в работу. Дорогие друзья, мне искренне приятно находиться здесь, и сегодня у меня не только почетная миссия поприсутствовать на данном мероприятии, поприсутствовать и услышать тот великий путь парламента, который был пройден 6 созывов, но и также в преддверии нашего праздника я хотел бы напомнить, что буквально недавно Луганская Народная Республика праздновала свое 5-летие. 5-летие референдума, 5-летие провозглашения Луганской Народной Республики, где присутствовал Анатолий Ильич Бибилов. И сегодня на торжественном приеме у президента я выполнил первую торжественную свою миссию, ведь буквально завтра у нас будет 5-летие Конституции Луганской Народной Республики и 5-летие парламента Луганской Народной Республики. И на торжественном приеме у вашего президента я выполнил первую миссию, вручив медаль Луганской Народной Республики, парламента Луганской Народной Республики, вашему лидеру в честь 5-летия Конституции и 5-летия Луганской Народной Республики. Дорогие друзья, разрешите сейчас продолжить данную почетную миссию и поблагодарить парламент 6-го созыва за тесное сотрудничество и попросить председателя парламента сейчас подняться на эту сцену и также получить данную награду за ту работу совместную, которую мы, пусть и недолго проработали, но все же мы работали. Спасибо, коллеги. Спасибо тем, кто работал, и успехов коллегам, с которыми, я уверен, будем работать в дальнейшем.